игра складывалась не просто, пропускали в первом и втором периоде в начале, как думаешь, чем это было связано? Ну, чуть-чуть не хватало концентрации, пропускали, приходили в себя, приходилось отыгрываться, отыгрались. Но хорошо собрались в третьем периоде, не пропустили и вытащили игру в буллитах. Показалось, что да, немного, да. Вернее, не показалось, Магнитогорск достаточно много удалялся в конце третьего периода. Давай, и куда в овертайме чуть-чуть где-то не хватало. То есть были хорошие комбинации, было видно пасы. Как бы не всегда везет, не всегда там шайба так ложится. Бывает, там хочешь как лучше, а она летит выше или пас не проходит. Поэтому это игра, всякое бывает. Ну и давай подведем итог первой домашней серии. Все-таки 4 матча, 4 победы. Какое общее впечатление от начала карьеры? Ну, хорошее начало, надо не останавливаться, продолжать. Работать тоже над ошибками, делать выводы и становиться еще лучше. Артем, трудовую ошибку сегодня забили, какие ощущения? Ну, хорошо раскатились, там прямо сядал обиден, он подставил, я почти вышел в 1-0, осталось попасть в ворота только.